Добрий вечір. Це програма Prime Аналітика. І з вами я, Артур Журбенко. Сьогодні зі мною в студії виконавчий секретар українського руху пацифістів Юрій Шеляженко. Доброго дня. Та доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаю вас. Здравствуйте. Найближчим часом говоримо про наступне. Соціологія показала, що рейтинги влади значно впали. Найдорожча комуналка у Дніпрі, Кропивницькому та Сумах. Жителі непідконтрольних територій активно оформлюють біометричні паспорти. Рейтинги Володимира Зеленського занижуються. За даними соціологічного опитування Центру Розумкова, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б лише 40% опитуваних. 15% мав би Юрій Бойко. А надалі Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Що ж стосується довіри до президента Зеленського, то нині довіряє тільки 51% українців. Торік рівень довіри сягав 79%. У кілька разів знизилась довіра українців і до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Після обрання нового складу парламенту йому довіряють 57% опитуваних. А зараз рівень знизився вдвічі. Соціологічне опитування проходило з 13 по 17 лютого. Ну що ж, нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, і дзвінки всі повністю безкоштовні. Ну що ж, шановні гості, дійсно, Центр Розумкова останнім часом надав такі для діючої влади сумні такі цифри. Як ви вважаєте, що могло стати таким каталізатором, що за рік влада такі відсоткові втрати отримала? Ну, знаєте, я удивлен. Удивлен, что там 40%, а не 4 или 0,4. Потому что, исходя из результатов деятельности власти, должно быть именно столько. Я удивлен долготерпением нашего народа, наивностью нашего народа. Нет, я, конечно, понимаю, что можно не доверять Зеленскому, но за него голосовать, потому что сам так голосовал во втором туре, потому что выбор был небогатый. А вот когда ему доверяют 51%, когда 40% говорят о том, что готовы голосовать, ну, я, честно говоря, этого не понимаю. Мы можем перечислять результаты деятельности Зеленского. Вот недавно, в конце прошлой недели, собственно, правительство отчитывалось о деятельности. Это был не отчет правительства, это был просто набор лозунгов. А в отчете, вот если реально посмотреть по отчету, по 2019 году мы имеем минус 38 миллиардов гривен по выполнению государственного бюджета. И это при том, что бюджет был секвестирован, то есть уменьшены расходы на социальную сферу на 20 миллиардов. Итого социальная сфера, получается, в Украине в 2019 году недополучила 58 миллиардов. И это мы говорим о бюджете, который формировался Порошенко, Гройсманом, то есть это далеко не самый лучший бюджет, его критиковали, вспомните, как его критиковали в 2018 году. Дальше, вопросы безработицы. Зеленский там рассказывает, Зеленский, Гончарук и прочие Разумковы рассказывают о том, что они строят людиноорієнтовану экономику. Но при этом только по декабрю 2019 года, в сравнении с ноябрем 2019 года, количество людей, лишившихся работы, составило 300 тысяч человек. То есть 300 тысяч человек на протяжении одного месяца потеряло работу. Ну, в принципе, это... Что связано? Что стало причиной? Мы видим цифры, например, по экономике, по промышленности. По промышленности падение... Более 2% декабрь сравнивать с ноябрем, а если декабрь 2019 года сравнивать с декабрем 2018 года, там вообще 8% по промышленности. То есть падение промышленности. Промышленность – это реальный сектор, где создается добавочный продукт. С промышленностью связана масса других рабочих мест в сфере обслуживания. То есть кто-то перевозит, кто-то там окна, условно говоря, моет. Но если закрывается промышленное предприятие, закрывается какое-то производство, то все бизнесы, связанные с обслуживанием этой промышленности, они тоже сворачиваются. Но вот мы имеем 300 тысяч рабочих мест. Есть масса других моментов. Можно идти по программе Зеленского. Что шло пунктом номер один в программе президента Зеленского на выборах? Народа власти. Он обещал народу дать инструменты для, во-первых, принятия решений, а во-вторых, для того, чтобы народ имел возможность наложить вето. Это практика во многих странах принята там
в Дании, в Австрии, в некоторых штатах США. То есть народ может наложить вето на решение власти. Власть принимает неправильное решение, народ по народной инициативе проводит референдум, это решение перечеркивает, где это есть. Ну, вместо этого мы видим то, что Зеленский не обещал. Зеленский не обещал продать землю. Дальше. Зеленский говорил о снижении тарифов. Он говорил о схемах, он говорил о коррупции. Сейчас вот, когда отчитывался Гончарук о деятельности правительства, кстати, говорят, его презентация этого отчета обошлась нам с вами, вам, всем, нам в 2 миллиона гривен. Вроде как немного, если на всех пораскинуть, но это же непонятно, зачем вообще эти деньги нужно тратить. Что нужно, что такого он там показал, сказал, чтобы мы с вами, вот я против этих трат, но меня никто не спрашивает, хотя налоги-то мы платим, даже те, кто не платит налоги с зарплаты, все равно платят непрямые налоги, покупая что-то там на НДС, кожному чеке мы бачим, и так далее. Да, то есть мы там, ну, там не только, как бы, там масса вопросов. Купил пачку сигарет, заплатил еще там, ну, для тех, кто курит, да, там 5% налог на реализацию подакцизных товаров и так далее. То есть масса вопросов к Зеленскому. Сейчас пытаются отстроить Зеленского по двум направлениям. Вот его пиарщики, первое направление, Зеленский не ворует, при Зеленском нет коррупции. Но мы не можем сказать, правда это или неправда. Но то, что мы видим вот как бы с нашей колокольни, то может быть и неправда. Почему? Можно аргументировать. Смотрите, год назад, сейчас по январю еще цифры... Одну хвилинку, у нас є якраз дзвіночок від нашого глядача, який хоче, може, щось чи додати, чи щось поцікавитись. Вітаємо вас, ви в студії, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Студія. Добрий. Це Ізюм, Слобожанщина. І мені, от я слухаю у ваших уважаємих гостей, і вас також. І мені от таке відчуття, що ми от починаємо з 90-х років все время щось теряємо. Трудно щось навіть перечислити, що ми тільки не потеряли. І я от сижу і думаю... А ведь во все времена мы только с Россией были на высоте, и в экономике, и вообще во всех ипостасях. А может, нам пора вернуться назад все-таки, оглянуться назад, присмотреться и вернуться назад. Хватит уже терять, надо же уже что-то спрятать. Зрозуміла суть вашего запитания. Людей теряем миллионами, уезжают. Дуже дякуємо, так, дуже дякуємо. Так, ми суть питання почули. Человек, собственно говоря, абсолютно, вот знаете, суть зрит, как Кузьма Прудкова, у него 4 раза афорит повторяется «зри в корень». Вот он как раз в корень зрит. Потому что, ну я часто вот общаюсь с разными людьми и задаю вопрос, а что вам дала ваша незалежность? Ну тот, вот там гидность, свобода и щены в мэру, как бы не предлагать, потому что его на хлеб не намажешь, в холодильник не положишь. Что? 52 миллиона нас было. Сколько нас сейчас? Вот человек правильно говорит, людей теряем. Территорию 603 тысячи квадратных километров, сейчас меньше. По объектив... Ну, мы видим, в любом случае, минус, да, по незалежности. Промышленность, слушайте, ВВП Украины в 90-м году было больше, Украинской ССР, чем ВВП Китайской Народной Республики. Мы были мощнее Китая. Посмотрите на Китай. Вторая сейчас экономика, промышленность первая в мире. А мы были лучше. Мы представляете, какого уровня мы докатились? Уровень образования. Вот сейчас я общаюсь там с разными людьми, со студентами, там еще что-то. Меня поражает просто безграмотность. Вот на уровне даже жиши пиши с «ы». Вот теперь, оказывается, это так делается. Поэтому человек абсолютно прав. И пора бы оценить. Достижения Украины действительно были все с Россией и территориальные. Вот опять-таки часто привожу исторический пример Шотландии. Шотландия вошла в состав Великобритании примерно тогда же, когда Малороссия вошла в состав Московского царства на 40 лет раньше. Сопоставимы были показатели. Территория сопоставима Шотландии, население примерно 2 миллиона там, 2 миллиона у нас было. Сопоставимо, в принципе, там, ну, сельское хозяйство и так далее. Посмотрите, что сейчас из Шотландии. 6 миллионов населения, территория та же самая. То есть шотландский язык, даже патриоты Шотландии, вот эти вот лорды, там, у которых уходят корни там, в 10 век уходят, в шотландские, в кельтские корни, да, они шотландского языка не знают. Что мы имеем в Украине? С Россией, мы имеем украинский язык, который знают все, понимают все, по крайней мере. Я понимаю, знаю, говорить не буду, потому что это принципиальная позиция после 2014 года. Мы имеем прирост территории. Можно, конечно, говорить о том, что там Шотландия на острове находится, но кого это волнует? Было бы желание, могли бы прирастить. Население Шотландии 6 миллионов.
6 миллионов шотландцев. Можно сказать, конечно, территория маленькая, но, извините, на территории, территория Лондона в несколько раз меньше территории Шотландии, в несколько сот раз меньше территории Шотландии, а население Лондона примерно в 5 раз больше, чем население Шотландии, большого Лондона. То есть... Шотландия. Я говорю о Шотландии. Шотландия, вот севернее, на одном острове находятся. Как раз они тогда вошли, династическое вхождение, ну, неважно, как они вошли, просто я сравниваем результаты. С Россией мы достигли всего, что имеем. Да и, в принципе, мы и есть часть России. Ну, це зараз не модні лозунги. Ну, це не модні. Слушайте, Артур, ну от чим я отличаюсь, допустим, от моєго двоюродного брата, який живе в Нижньому Новгороді? Чим я отличаюсь от своїх там троюродних, двоюродних сестер, які живуть в Смоленській області, там, в Новгороді, там, в Москві? Чим я отличаюсь? А в Сполучених Штатах у вас є родичі? Я думаю, що всі люди браття, не знаю, Росія завжди досягала великих успіхів тоді, коли була зі всім світом. Кожна людина має бути громадянином світу. І мир на всій землі неможливо, якщо ми будемо ділити світ на Росію і Захід, чи на Схід і Захід. Весь світ один. І от те, що зараз рейтинг Зеленського падає, якраз пов'язано з тим, що він дуже неправильно зробив. Він зробив ставку на військових. Деякі члени нашого українського руху пацифістів сподівалися, що Зеленський нарешті відмовиться від цієї практики полювання на призовників, не оголосить призов. Він буквально по серцю вдарив, коли прийняв цей указ про призов. І от зараз Європейське бюро відмови від призову випустило доповідь, відповідно до якої відмовники від військової служби в Україні дискримінуються більш ніж будь-де в світі. У нас нема нормальної альтернативної служби. У нас той, хто не хоче йти до війська. Намагається зробити якусь взагалі схему, щоб була така альтернативний варіант. І вже 20 років минуло, а жодних якихось поки що рішень таки не бачимо. В 2017 році ми навіть пообіцяли в Комітеті з прав людини ООН, що у нас буде чисто професійна армія. Що ми маємо? Люди викидаються з вікон військоматів. Їх в наручниках, уявіть собі, хапають на вулиці, доставляють в той воєнкомат. З роботи забирають, з магазинів. Їх там б'ють і намагаються переконати бути патріотами. Скажіть, можна бути патріотом з-під палки? Ні. 100% ні. Ну, я вам напомню, давайте ще послухаємо нашого професіональної армії. Напомню, що в 2013 году був підписаний указ президента, фамілію не буду називати, о том, що отменяється указ, що в Україні професіональна армія. В 2014 году, опять-таки, не буду називати фамілію президента, який отменив этот указ, що, на мой взгляд, є неконституционным, тому що Конституція України дозволяє розширяти права граждан, але не дозволяє їх сужати. Друзі, давайте послухаємо нашого глядача. Вітаємо вас, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий. Олексій Дніпро. Дуже приємно. Я хотів би сказати, ви знаєте, був ефір в 17.00. От була у вас на ефірі Третьякова по пенсійному фонду. Жаль, не вдалося дозвонитися. От час розговор ні о чому. Такі поприходили мастера демагогії. Такие поприходили к власти мастера лозунгов, что это разговор был час ни о чем, не касается. Сейчас, что сидят в студии, вас не касается. Я полностью погоджусь, до речи, с нашим глядачем. Дійсно було дуже мало конструктивних, зрозумілих відповідей. Ми вам дуже дякуємо. Пане Олександре, ви щось, можливо, додати? Дивились, не дивились ефір, не знаю. Але ефір я дійсно... не смотрел, я просто не хотел у человека спросить, ага. Что конкретно он имеет в виду, говоря разговор ни о чем. И что конкретно он имеет, предъявляя претензии мне, вам, может быть, вот как бы... Нет, он предъявляет претензии власти. Что мы... Представники мы разговор... Нет, он говорит разговор ни о чем. Мы разговариваем ни о чем. Но мы, кстати, тоже власть. Мы те, кто говорит публично. Я иллюстрированный чиновник, я на госслужбу не могу до 24-го года. А каждый из нас президент. Вы же помните, так Зеленский сказал. И вот действительно, когда мы начнем воспринимать себя как тех, кто сделал выбор, ведь если мы проголосовали за мир, и это вы в рейтингах Зеленского, а оказалось, что он просто обманывал, это не означает, что наш выбор обнулился. Наш выбор остается таким, как был. Сейчас просто остаются эти 40% надежды.
Когда-нибудь, такая надея есть. Когда-нибудь это может быть ноль, а может быть больше. И вот, если он не оправдает наши надежды, мы должны будем выбрать того, кто оправдает наши надежды. Будем сподіватися, що такий буде кандидат, який дійсно потім буде достойний нашого вибору. Ще одненький дзвіночок і переходимо до наступної теми. Вітаємо вас, шановний глядач. Алло. Так. Алло, добрий вечір. Добрий. Я дзвоню з Хмельницької області. Дуже приємно. Я хочу сказати за цілісність України, за багатство України, за те, що розкрали. Хто її розкрав, ту Україну? Та за Кучми поприсвоювали всі заводи, фабрики, розвалили. У нас в Хмельницькій області був великий сирзавод. І працювали 230 чоловік, годували Україну, Росію, Донецьк, Луганськ, Закарпаття, Мукачево, все, весь народ їв сир. Так, так, розуміло. Розвалювали. Вас ще якісь, хочете питання? Кучма. Шановний глядач, Кучма ви хочете ще якось? Розкрадав. Дякуємо, ми зрозуміли ваше запитання. Так, там дійсно, ну, за підтримку Запада... Почому? Вспомніть, допустимо, Чорноморське морське пароходство. Крупніша морська компанія по перевозкам морським в мірі. Її розворували ще до Кучми і успів розворувати Кравчук. Після Кучми ми можемо вспомнити Ющенка з його приватизацією. Да, в принципі, всі ворували. Це більше навіть від глядача було не питання, а таке вже риторичне підтвердження того курсу, що був. Давайте ми зараз... Поговоримо про питання наступної теми нашої. Дніпро. Дніпро, Кропивницький, Суми – це три міста-лідери за вартістю комуналки. Про це пише видання «Ліга Бізнес», яке склало рейтинг українських міст із найдорожчою комуналкою. Журналісти розрахували витрати однієї сім'ї з трьох осіб, яка проживає у квартирі площею 50 квадратних метрів. У квартирі є гаряча вода та холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. Тож із урахуванням всіх платежів у Дніпрі така родина може заплатити за комуналку майже 3,5 тисячі гривень. У Кропивницькому та Сумах цей показник нижчий на 100 та 200 гривень. А найменше платять в Ужгороді, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води комуналка складає 850 гривень. Варто зауважити, що у кожного міста різні тарифи на комунальні послуги. Нагадую, прем'єр-міністр Олексій Гончарук раніше заявив, що у лютому платіжки будуть найнижчими за всю зиму. Хочу глядачам нагадати, що якщо у вас є питання, долучайтесь до нашої розмови прямо в прямому ефірі. Номер телефону ви зараз бачите на своїх екранах. Всі дзвінки безкоштовно. Пане Юрію. Мені здається, це свідчення того, яка величезна різниця в рівнях життя на Сході і на Заході України. І тут великий простір для того, щоб реформувати. Нерівність в усьому світі проблема. Є дуже багаті країни і є дуже бідні країни. І найжахливіше те, що немає змін рівня культури, освіти, того, що допомагає людям багатіти. Якщо б цей рівень культури ріс, якщо б у нас нормально працювала освіта, якщо б люди їздили там з різних міст вчитися і в Київ, і на Захід, щоб в Ужгороді навчилися в Дніпрі як так заробляти і так платити комунальні послуги. Все було б добре. Ну, я, наскільки розумію, там саме різний коефіцієнт розрахунку цих тарифів, тому що я, наскільки знаю, саме Ужгород відмовився повністю від централізованого опалення, відмовився від централізованого постачання гарячої води. Все це у них є там в кожній квартирі власний опалювальний пристрій і власний підігрів гарячої води. Але, тим не менш, ми маємо не найбагатіші регіони, те саме Кропивницький, це найбідніший регіон України, вважається, і там найвищий тариф за комунальні платежі. Пане Олександре, з якого розрахунку це так виводиться? Есть такой анекдот, почему так дорого, деньги очень нужны. Нет, мне на самом деле понравился тезис моего визави по поводу неравенства, по поводу образования. И это еще вот то, что мы потеряли. Культуру, образование. Самая читающая страна, где сейчас там максимум, что в метро объявление почитают. По поводу тарифов. Вы знаете, меня смутил самый высокий тариф в Днепропетровске. Почему? Как бы в свое время я имел отношение к жилищно-коммунальному хозяйству. 5 лет отдал этой отрасли. Чем больше предприятий, а Днепропетровск – это большой город, Днепропетровск,
большой город, он несколько раз больше суммы. Ну так, це місто мільйонник. І Кіровограда. Я не знаю, поправляти вас чи ні, тому що місто Дніпро, але по знаком далі Дніпропетровський. Да, в ріке там пускай как бы кто-то что-то отапливает. А, значит, смотрите, чем больше город, тем меньше на единицу произведенной продукции условно постоянные расходы. То есть, условно, зарплата директора меньше, да, то есть в несколько раз. Тобто из-за кількості абонентів? Да, да, ну это как бы, чем больше товара ты производишь, тем меньше в единице товара сидит условно постоянных, то есть есть условно постоянные и условно переменные расходы. То есть переменные это, допустим, количество газа. Потому что количество газа на гигакалорию у тебя будет примерно одинаковое, независимо от того, находишься ты в Ужгороде, или находишься ты в Кировограде, или находишься ты еще где-то. То есть я не понимаю. Я списываю это на то, что там мэром Филатов. О Филатове очень много хорошего говорят о том, какой он честный, неподкупный и некоррумпированный человек. Понятно, да, кроме, в каком смысле я говорю? Филатова, там еще, да. По-моему, никто вот, то же самое по суммам я могу сказать Саша Линейко, ну, в смысле, Александр Лысенко. Саша Линейко, это у него кличка такая, мэр города Сумы. Вот о нем примерно так же говорили, как о Филатове. Я не знаю ничего о Кировограде. А формирование тарифов у них местные влады закладываются? Значит, смотрите, там тарифы формируются из нескольких составляющих. Но в конечном итоге подписывает, принимает решение местная власть и Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Это подразделение, ну, президент назначает туда. Да, ну, этих членов комиссии. Значит, но тариф состоит из чего? Ну, он из газа, понятное дело, состоит. Причем весь тариф. Ну, я так разумею, и достача газа на ведь. Из газа, то есть из газа. Он состоит из электроэнергии, он состоит из налогов, но он состоит еще, знаете, из разных там вещей, которые называются, типа там, ремонты. Вот там много закупка, нет, обслуживание, там, сети там немножко другое, закупка оборудования и материалов, закупка ГСМ. То есть для того, чтобы сказать, где воруют, ну вот если бы я работал там, где я работал до люстрации, да, в налоговой, я бы вам сказал, где там воруют. Причем даже не залазя в документальную проверку, а просто сверив по базе данных контрагентов по пятому додатку по налогу на добавленную стоимость, сверил, куда денежки уходят. То есть я так работал в Днепродзержинске, например, в Днепродзержинске, не Каменской, Днепродзержинск. Работал в Днепродзержинске начальником налоговой и порядка 5 миллионов нашел воровства на водоканале тамошнем. Он меньше, это город сопоставимый по масштабу с суммами, с Кировоградом, но меньше, гораздо меньше, чем Днепропетровск. Потому что я вижу, что деньги уходят на конвейер. Такая же самая история, но уже с капитальными затратами у меня была в Сумской области. Когда деньги идут как бы подрядчику, который занимается как бы ремонтом театра, а от этого подрядчика уходит на контрагента, на конверт уходит, у которого приходит исключительно сахар. То есть это предприятие торгует только сахаром. Но при этом это предприятие предоставляет рабочих, предоставляет панели, предоставляет строительные услуги. Я говорю, сахарный домик построили. Вот из этого. И то, что не находят, вот сейчас даже вот не видят, это значит о чем говорит? Вот когда говорят, Зеленский не ворует, при Зеленском не воруют, когда Гончарук говорит, что мы побороли коррупцию, у нас нет коррупции, брехня. Они просто сели, сели на схемы Порошенко. Воровал Порошенко. Понимаете, вот... Порошенко не ворует, До речі, шановні друзі, тема комунальних платежів, вона дуже така актуальна для наших глядачів. І є один глядач, який хоче задати нам своє запитання. Вітаємо і слухаємо вас. Добрый вечер, студия. Это Харьковская область, Дед Михайло. Мне бы хотелось все-таки сказать, что наши коммунальные платежи приобретают форму геноцида, понимаете? От этих платежей люди живут впроголодь, в холоде, понимаете? А многие даже не могут и купить лекарства обезболивающие из-за этих платежей. И тоже живут с болью, понимаете? Это пытки, в полном смысле слова пытки, для большей части народа. Я не преувеличиваю. И дело в том, что давно пора перевести все на местный уровень. И налоги тут собирать, и тоже устанавливать цены на тарифы и все прочее. И тут на местах мы бы могли за это и спрашивать. Намного ближе власть, вот она наша, мы ее видим, слышим и знаем. И вот таким образом мы могли исправить это положение.
Дякуємо. Вот, кстати, Вятрович в свое время говорил, не надо тривиализовать слово геноцид, а вот голос народа. Народ воспринимает это как экономическое насилие. И я сразу вспоминаю, вот Сталин тогда, когда уничтожал украинский народ, как это делалось? Это были хлебозаготовки, это был экономический геноцид. Абсолютно так же, как Сталин, сейчас олигархи грабят и уничтожают украинский народ. Але руками своих посадовых осіб, які сидять. Так, Ну, я, во-первых, как бы можно человеку ответить по поводу вот геноцида. Абсолютно, опять-таки, согласен, зрит в корень, но вопрос перенести тарифы на местный уровень есть проблема, понимаете? Тарифы зависят в том числе от газа, который формируется на национальном уровне, от электричества, которое формируется на национальном уровне. Я это сталкивался, работая в Донецкой теплосети, когда Ющенко был президентом, и при премьере Тимошенко повысили стоимость газа в 3 раза. А тарифы формировались тогда на местном уровне. И у меня газ был больше моего тарифа. То есть я отдал все деньги, которые собрал на газ, не заплатил зарплату, налоги и так далее. Все равно я за газ не расплатился. Поэтому есть тут одна проблема. Теперь по поводу Сталина. Не надо на Сталина наговаривать. На него врали на протяжении десятилетий. Он так сказал, да, на мою могилу нанесут мусор, но ветер истории снесет его. По поводу хлебозаготовок. Вы знаете, что с 27-28 года значительно повысили стоимость хлеба, который покупали, причем как в коллективных хозяйствах, так и у единоличников. Вот, и если говорить там о 32-м, о 33-м годе, у нас любит там Вятрович размахивать этим, рассказывать о том, что пытались задушить крестьян. Так извините, урожай 32-го года был оплачен крестьянами по этим ценам, на которые они согласились, еще в феврале 32-го года, еще до того, как они его посеяли. И потом, когда они его не посеяли. Почему не посеяли, это уже другой разговор, как бы отдельная программа нужна быть. Но когда не посеяли, когда люди, когда заплатили, За этот урожай, и пришли за урожаем уже, когда пришло время забирать за то, что заплатили. Они говорят, а у нас нету. Ну как бы вы себя повели, если бы вы кому-то что-то заплатили за что-то там, я не знаю, тут за воду заплатили, да? А через полгода, говорит, я заберу у тебя воду. Приходите, он говорит, нет воды. Как бы вы себя повели в этой ситуации? Почитайте книжку Абдурахмана Авторханова «Технологія влади». Сталін розповів про технології знищення середнього класу українського селянства програмові ще до того, як все це почалося. І він особливо мстився за те, що коли Сталін об'їжджав сільські господарства, і він казав, треба годувати армію, от ви дасте зерно, якийсь селянин сказав Сталіну, спляши, тоді дам. Сталін, на відміну від Зеленського, до речі, не сплясав, а якщо б сплясав, то міг би отримати трішки зерна. Хоча мені здається добре, що не сплясав, тому що ця тоталітарна армія, її не треба годувати. Не треба. І не треба йти в ту армію, не треба воювати. От наш український рух пацифістів якраз за те, що особистий вибір людини не воювати має бути визнаний і має отримати і повагу. І поважання. Так, ну давайте ще послухаємо. Гітлер би порадувався. От в 41-му году не кормили армию, и Гитлер бы порадовался. Вот реально. Вы знаете, в Германии, например, в Гамбурге, есть памятник дезертирам. И вот вчера было 23 февраля. 23 февраля фашисты расстреляли католического святого Егерштеттера за отказ идти в армию. Говорят, дезертиры трусы. Нет. Немецкие дезертиры, зная, что идут на смерть, отказывались идти воевать. И поэтому им ставят памятники. Я надеюсь, что в Украине будут памятники дезертирам. Дякуємо за ваші коментарі, шановні гості. Но ви план ОСТ. Знаєте, в чому суть плану ОСТ? Давайте послухаємо ще запитання від нашого глядача. Вітаємо, слухаємо вас. Алло, добрий. Добрий. Алло. Скажіть, який в мене газ протікає? Ми не почули повністю ваше запитання. Повторіть його, будь ласка, ще раз. Скільки я должна? Саме своє запитання спочатку поставте, будь ласка. Ну, я так розумію, що режисери мені підказують, що вони мали змогу поговорити з цим глядачем, що жінка з Полтавської області, вона не знає, який саме газ протікає в її трубі.
чи це закордонний, чи це якісь полтавські, які добуваються прямо на місці, і чому такий тариф? Тобто, я так розумію, що тариф, він сформований загалом, але, наскільки я знаю, і Полтавська, і Харківська область, вона добуває, в неї є газові... І Сумська, і Луганська. Сумська і Луганська. Тобто ці області можуть повністю самі себе забезпечити? По первому звонку прервали по поводу тарифа на газ. Опять-таки, почему так дорого? Потому что очень деньги нужны. По январю данных нету, но импортный газ в Украине растамаживался по цене в среднем 173 доллара за 1000 кубометров. И отечественный газ, газ собственной добычи, он в балансе составляет примерно 60-70%. Он стоит от 50 до 70, 70 долларов, то уже самые такие занедбанные месторождения, но где-то как бы такое есть. И вот если бы это все смешать, то получается, что цена, по которой газ обходится нефтегазу, это примерно 120-110 долларов. И это уже с коррупционными составляющими, потому что в добыче, вот в этой себестоимости 50 долларов заложены, зарплаты секретаршам, наверное, по 50 тысяч долларов. Да. А в этих вот 170 тоже заложены коррупционные составляющие, потому что на иностранных биржах, там в Лондоне в том же, газ до 100 долларов доходит. А нам по 170 втуливают. Но даже с этими 170 получается в среднем 110. А мы почем покупаем? Я вот с этой транспортировкой, которую вывели во вторую платежечку, и при том, когда ее выводили, еще в полтора раза увеличили. Так вот с этим всем у нас получается стоимость газа 8,5 тысяч примерно в среднем по Украине с доставкой. Да, вот то, что с доставкой. Это сейчас по нынешнему курсу доллара получается больше почти 400, 400. Ну, 350, условно говоря, долларов. То есть вот смотрите, оно им обходится в 110, 120, они нам продают по 320. А остальное куда? Опять-таки к вопросу о Зеленском и Гончаруке, которые побороли коррупцию. Они не побороли ее, а ее просто возглавили, на мой взгляд. Так, тобто побороли попередню и сами возглавили. Так, дійсно, тема дешевого газу буде знову підійматися, напевно, перед наступними виборами. А ми давайте про наступну тему. Романа Насірова, який очолював Державну фіскальну службу, звільнили незаконно. Таке рішення ухвалив 6-й апеляційний адміністративний суд. Міністерство юстиції вже заявило, що оскаржить це рішення. До речі, мови про примусове відновлення Насірова на посаді не йде. Тим більше, що Державна фіскальна служба нині перебуває у стані ліквідації. Її реформують у податкову та митну службу. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Насіров у 2015 та 16 роках діяв в інтересах нардепа Олександра Онищенка і розпорядився надати його компаніям розстрочку податкового боргу. Тим самим дії Насірова нібито завдали державі збитку у розмірі близько 2 мільярдів гривень. Ну, глядачі, ви також долучаєтесь до нашого обговорення. Номер телефону бачите у себе на екранах. Всі дзвінки безкоштовні. Ну, це дуже така ваша профільна тема. Ви дуже так добре... Ну, я даже приймав участь в тому конкурсі, на котором Насірова, типа, избрали главою цієї фіскальної служби. Він тоді писали об этом. Ви ж, я так розумію, під закон про люстрацію потрапили, так, свого часу? Да. Тоді навіщо ці всі закони були про люстрацію? Ні, я все одно пішов поучаствовать. Я маю на увазі, що ми бачимо і надалі всі ці корупційні схеми працюють. Ну як, зачем? Знаєте, з якою формулювкою уволю? Мене уволили за те, що я працював зимою 13-14 року, во время Майдана, і не уволився по собственному желанню. Ми тоді, ну, тобто, государственні служащі держали страну. Ми, от, якщо говорити про фіскальний, ми мобілізували гроші, ці гроші уходили на пенсії, ці гроші уходили на там зарплати бюджетникам, на оплату комунальних услуг, на оплату того же газа. Если бы мы все вдруг вот ушли, как по закону этому предписывается, государственная машина в какой-то момент бы рухнула. Ну, тобто так, вы посмотрите, что делается на протяжении вот 6 лет после перемоги Майдана. Украину разрушают. Я там прикидывал потери Украины от этого. Больше триллиона долларов выходит. Это и минус по ВВП. Сравниваем ВВП 2013 года 183 миллиарда, через год уже 90 миллиардов долларов. Это и потери от войны, от воровства, в конце концов, запредельного. Знаете, как народ шутил еще в 2015 году, когда вот уровень жизни начал падать очень серьезно. Судя по уровню жизни, Янукович не воровал. Судя по уровню жизни, Янукович свои докладывал. Да. Так вот здесь по Насірову. Насіров продемонстрировал полный непрофессионализм, на мой взгляд. Я же как проигравший конкурс, я же наблюдал за тем, как он, выбирался. Поэтому мне кажется, что его, во-первых, назначили на должность незаконно. Ну, а незаконно уволили. Вы знаете, то, в чем его обвиняют, это... Ну, то есть дать рассрочку, это же не то, что он простил долг. Этот долг растянули, причем растянули на год.
И причем с процентами, то есть за то, что долг растянули, предприятие, неважно, кто там директор этого предприятия или хозяин, он платить должен платить проценты. И проценты довольно-таки высокие, потому что, да, учетная... Это типа перекрывают уровень инфляции, это разница. Да, но так? Они как бы, они привязаны к учетной ставке НБУ. А на тот момент учетная ставка НБУ была, я не боюсь сейчас ошибиться, то ли 24, то ли 36%. Вот такой личных? Как бы, да. Тобто настолько переплачивала эта компания? Есть, ну... Знаете, это, есть же такая штука еще как кассовый разрыв. У меня сейчас нету денег, у меня деньги появятся через некоторое время. Или я как бы эти деньги подержу в обороте, я заработаю, да. Ну, там разные мотивации. Но если говорить о Насирове, ну это смешно. На самом деле, вот это вот решение. Мы такой цирк видели с вами уже в 2004 году, в 2005, только в Генеральной прокуратуре. Мене як юриста найбільше дивує, що Насірову повертають посаду за тим самим трудовим законодавством, якщо б звичайну людину звільнили, вона б прийшла до суду. Це ж топ-менеджер, причому ще й топ-менеджер державний. З ним має бути особливий контракт і конкретні показники роботи. Якщо він крав, а не займався своєю безпосередньою роботою, чесно, яка прописана в контракті, тоді відповідно до контракту він би мав доплатити державі, відшкодувати збитки. І трудове законодавство має застосовуватися до працівників. Для топ-менеджменту мають бути спеціальні правила і більша відповідальність. Ну, я тільки добавлю, що от якщо він крав, то для цього є уголовний кодекс. И по уголовному кодексу Насиров таки должен сидеть. Опять-таки, по макропоказателям видно. Пришел Насиров, допустим, мобилизация по той же таможне упала. Они там чуть-чуть в гривне игрались за счет роста курса доллара. И как бы у них вроде как они держались на уровне. Они там рассказывали, что не поломали схему попередников. Но при этом у них мобилизация по НДС упала, ну вот в сопоставимых цифрах. У них, ну практически мобилизация по всем налогам упала. Поэтому... Але дане рішення не говорить про те, що він поновлюється на посаді. Навіщо це рішення потрібно? Я так розумію, щоб просто отримати цю заробітню платню, яку він весь цей час судився? Чи... Перш за все так. А по-друге, юридична фікція. Таким чином людина відбілює свою заплямовану репутацію. А. Виключно для цього йому потрібно було це рішення. За формальне очищення. Ну і крім того, тобто він, будучи навіть непрофесійним таким менеджером, все-таки зараз вийде з цієї ситуації. Ми помнимо Піскуна, який дважды возобновлял себя по суду. Его даже в какой-то момент ставили, когда нужно было выгодно, вот, допустим, убрать Васильева, и это самое, и вот как его убрать, потому что прокурор должен быть на своей должности 5 лет, большинство Верховной Рады не собиралось, они вот выполнили решение суда, и давайте назначим этого Пискуна. Потом нужно было убрать Медведька, опять решение по Пискуну. Вот здесь та же самая может быть ситуация. Возможно, есть какие-то, ну сейчас трения определенные, но не у правительства с таможней, а у общественности с таможней. И, возможно, как-то вот здесь как бы выбрасывают, чтобы прикрыть Нефедова, который является, на мой взгляд, ну, на редкость непрофессиональным, я не употребляю слово коррумпированным, хотя похоже коррумпированным человеком. Так вот, на редкость, на мой взгляд, непрофессиональным, и отводят удар информационный от Нефедова, на которого сейчас вот много, он там проститутками какими-то, то он показатели в таможне вспоминает, и переводят на Насирова, который, в принципе, уже дохлая кошка какая-то. Бросили дохлую кошку у нас. То все, сейчас обсуждаем самую дохлую кошку. Вместо того, чтобы обсудить, а почему при Нефедове уже, при Гончаруке, при Зеленском мобилизация по таможне упала? Ну вот если, знаете, можно говорить в цифрах, которые понятны людям, да, при... проклятом Януковиче, таможня приносила примерно 1 000 000 000 гривен в день по курсу 8. При Порошенко по курсу 28 приносила примерно 1 800 000 000. Это серьезный при Порошенко. При Гончаруке, Нефедове, Зеленском таможня привносит в среднем 1 200 000 000. То есть вы видите, да, было 1 800 000 000 и стало 1 200 000 000. И на 28 впал до 25. Хорошо, снизим это на курс. Курс это примерно там 15-20%. Снижение больше 30%. Где остальные денежки? Где, как это там один эксперт есть? Денежки? Где денежки? Поки потоки нови делятся. И вот вместо того, чтобы говорить, где денежки, чтобы вот дергать этого Гончарука за его бороду, Нефедова за его бороду, где денежки?
нам бросять дохлую кошку. Обсуждайте на сервах. До речі, а ще таке питання. Реформація обратно в налогову службу та митну службу, це щось покращення буде взагалі для цих відомств? Ви знаєте, ці відомства зареформують, що там люди, как бы у них нет понимания, як вони працювати будуть. Їх реформують кожен рік. Вот они в процессе реформы этих постоянно там министерство, потом они создают ДФС, а это же увольнение, назначение, потом они разделяют, потом нет, это не даст ничего хорошего. То есть была стратегия развития Министерства доходов и сборов еще тогда, утвержденная постановлением Кабмина 2013 года, она была рассчитана на 5 лет. Там было много хороших вещей прописано, которые сейчас, некоторые из них, нам предъявляют и рассказывают, вау, смотрите, какую классную штучку мы придумали. Мы придумали электронный кабинет плательщика, он был прописан тогда еще в документах 2013 года, и он уже тогда реализовался, тестировался. А теперь они, вау, смотрите, мы это придумали. Тогда многое, как бы тогда вот эти подачи электронных деклараций, если говорить по налоговой было. То есть это все электронная подпись, которую. Слушайте, у нас реально как бы нас драли за то, чтобы вы давайте работаете с людьми, чтобы у них была электронная подпись. На голове стояли, там и губернаторам подписи придумали, и все. Ну, с губернатором я реально ходил в суммы, губернатор получал подпись, показывали, чтобы вот люди, берите подпись. Если какая-то очередь, там опять-таки, ведь многие же уничтожили. Пане, вот смотрите, одно слово. Так. Вот знаете, когда случилась революция гидности, вот уже затронули таможню, резко. На всей территории страны вдруг сломались GPS-замки, которые стояли на контейнерах, которые транзитом шли через Украину. И в итоге это контрабанда через прерванный транзит. Тогда боролись при злочинной панде. Потом, хоп, революция гідності перемогла, гідники пришли к власти и... Розумію. Давайте еще послушаем нашего глядача. Вітаємо вас. Алло, здравствуйте. Добрый. Это Виктор из Киева. Я хотел бы задать, может реплика... гостю пацифисту. Значит, Юрий, до вас. Вы знаете, да, к сожалению, вот он не понимает, что Германия в Отечественную войну шла не просто захватывать землю, она шла уничтожать нас, наш народ, и в том числе и предков вот вашего гостя. Поэтому он очень наивно рассуждает по поводу пацифизма. Мы зрозуміли. Дуже дякуємо. Да. Алло, можно еще вопрос? Так. Да, И вот вы знаете, я вижу, что человек как-то относится к Сталину. Вы знаете, Сталин это самый оболганный государственный деятель. Вот были цифры расстрелянных с 23 по 53 год. Вы питання просили. 642 тисячі, але ніякі не десятки. Дякую. Шановний, вам була репліка, ви реплікою відповідаєте, і ми на наступну тему прийдемо, добре? Звісно. Ну, всі знають про планост. Но мало хто знає, що відбувалося в Україні в це час. І що німці свої технології концлагерів во многому перенімали. Іменно у того Сталіна, якого некоторі зараз боготворять. У тих комуністів. Эти все технологии массовых репрессий отрабатывались в первые годы Советского Союза. Тогда, когда Украина приобрела независимость первый раз во время национальной революции 1917 года, тогда как раз речь шла о поставках хлеба в Петроград. Мы своим хлебом купили свою вначале автономию, но независимости нам не дали. Взяли хлеб и потом сказали, вы знаете, мы вам даже автономию не дадим. Но вы же лжете. Был же этот политический процесс. По поводу того, почему как бы большевики дали этой Центральной Раде хозяйствующей на своей Украине, только не вредите нам. Что начали делать Центральная Рада? Она начала пропускать войска на Дон к этим генералам, которые тоже обманули большевиков. Они же их отпустили из тюрьмы, они их Керенский посадил за восстание, за мятеж этот летний. Мы отпускаем вас под честное офицерское слово, что вы против нас не воюете. Они, да, честное благородное слово. Помните, как этот обокраденный шпак? Вот они точно так же. И на Дон собирать войска, воевать против большевиков. И Центральная Рада тоже... Она вроде как бы все нормально было с большевиками, но когда начали пропускать войска, ей предупреждение, не делайте так. Да, честное благородное слово. Но в итоге послали экспедиционный корпус, который показал, чего стоит эта Центральная Рада. А я напомню, что Центральная Рада ее никто
Напомню, никто не избирал, в отличие от большевиков. Потому что совнарком во главе с Лениным избрал второй съезд Советов. А съезд Советов выбирали люди по всей России, Российской империи. А вот кто избирал Центральную Раду? Они сами себя назначили. Собрались какие-то деятели, там, типа Петлюры, Винниченко и так далее, и назначили. И что характерно, знаете, что случилось с этими деятелями, после того, как большевики, вы говорите, репрессии, репрессии. Что случилось с этими деятелями Центральной Рады и директорией после... Ну, те, у которых как бы ни крови на руках не было, после того, как большевики победили. Вспомните Грушевского. Нормально себя чувствовал. Что большевики пришли к власти путем революции, путем насилия. ОСР был. И эта революция на самом деле ничего хорошего не принесла. Конечно. Шановні друзі, наша година добігла до кінця. Ми вам дуже дякуємо. Але дійсно був такий екскурс в історію, але це не відміняє того, що саме тарифи – це є дійсно відображенням такого сучасного геноциду проти нашого народу. І як би там не було в історії. Шановні друзі, ви не перемикайтесь. Буквально за декілька хвилин ми продовжимо прайм-аналітику. З нами сьогодні був Олександр Савченко та Юрій Шележенко. Дуже вам дякую. І я з вами був теж.